Московская область стала лидером по численному приросту населения. Согласно данным Всероссийской переписи за 2021 год, в нашем регионе проживает порядка 10 миллионов человек. За последние 10 лет население области увеличилось почти на 2 миллиона человек. Лидером по этому показателю стал Ленинский городской округ с темпом прироста населения равным 206%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы. Из данных переписи также следует, что около 25% всего населения в Подмосковье приходится на 5 городских округов, к которым относятся Балашиха, Одинцово, Подольск, Люберцы и Раменский.